Горжусь тобой, держава пресвятая. Сербии имя я всюду прославляю. Я не ищу иного в мире рая, прекрасней всех земля моя родная. На Красную площадь выходит военный оркестр из сербского города Ниш. Дирижер капитан Дейен Джорджевич. Хочу напомнить вам, что сербский оркестр впервые принимает участие в фестивалях такого уровня. А сейчас в исполнении оркестра прозвучит марш на Дрину. Он посвящен событиям Первой мировой войны и считается вторым гимном Сербии. Известный сербский военный марш, написанный композитором Станиславом Бинички в честь сербской армии. Этот марш посвящен победам сербской армии над австро-венгерскими войсками в Первой мировой войне, в частности, победе в битве при Дрине и Цере, а также посвящен сербскому командиру 2-го железного полка Милевое Стояновичу. Сражение между австро-венграми и сербами в сентябре-октябре 1914-го, во время Первой мировой войны, в ходе которого австро-венгерская армия не смогла сломить сопротивление сербов. А битва при Цере – это вообще одно из первых сражений Первой мировой войны, которое стало и первой победой союзников над Австро-Венгрией. Потери австрийцев в этом сражении составили 4-1. Ниш, откуда приехал этот оркестр, это третий по величине город в Сербии. Его население около 300 тысяч человек. В городе Ниш, который раньше назывался Наис, родился император Константин Великий. Именно с его правления период истории Римской империи считается христианским. Он перенес столицу в город Византий, позже переименованный в Константинополь.